Всем привет! С вами Танами и вечно беременная Лидия. Я продолжаю играть в Sims 4, и сейчас наши симы будут заниматься своими делами. Принять пенную ванну? Погоди. Давайте выполним желание нашего Гоши, он хочет, чтобы ему почитали книгу. Помощь с книгой. Давайте эту. Фотиса попросим. А Фотис, у него бодрость плохая, но нам нужно, чтобы он принял душ. Значит, он почитает книжечку Гоши. И отправиться в душ. А Димитра рисует картину. Будет продавать картины и исполнять жизненную цель. Так, Фотис, давайте идите книжку читайте. А Ксюша выполнила домашнее задание. Пока там Фотис играется, иди прими душик. Давай. Потом пойдешь по кушаешь, если есть что. Да, есть что кушать. А вот тарелочка стоит, кстати. Есть. И ей надо будет докачивать очередного монстрика. Кстати, у нас там сколько монстриков уже есть. Давайте посмотрим. Тут были. Вот они. А, тут один только. 10-й. Да. Надо будет поменять местами это дело. Так, Фотис, ты идешь читать книжечку? Погоди, что ты светишься? Или мне кажется? А, ты не светишься, а ты грязный. А Гоша должен попросить почитать книгу Фотиса. Да, давай, иди проси. Давай, давай. Ксюша принимает душ, потом пойдет покушает. Что она хочет? Посещаться новым шоу. Хорошо. Гриша на работе. Димитра голодная, но она дорисует картину, потом пойдет покушать. Как-то быстро она рисует. Да. Давай, дорисовывай картину и тоже пойдешь покушаешь, как и Ксюша. Сегодня будет очередная бытовая серия. И, кстати, я забыла кое-что сделать. Да, забыла. Вот так. Лидия голодная. Давай, Фотис, читай книжечку. Гоша, потом пойдешь, примешь душ. Примешь душ. Ксюша покушала, пойдет, потренирует космического монстра. Ну и потом отправится спать. Этот так прочитал книжку ему. А, все уже выполнилось. Говорить с отражением в зеркале. Так, давай, иди. Убрать наряд, лепетать под нос. А почему ты не нажалась? Лепетать под нос. А, нажалась, все в порядке. Димитра нарисовала картину? Давайте посмотрим. Да, она нарисовала картину, значит, продадим коллекционеру. И потом она отправится в душик. А Фотис. После душа покушает. Да, после душа покушает и отправится спать. Так, Димитрочка. Паузу нажму, потому что душ свободен. Да, душ свободен. Иди принимай душ, потом еще одну картину нарисуешь. И пойдешь спать. Так. Давайте абстрактную большую картину нарисуем. И, кстати, что у нас у Гриши с... 2 дня осталось. Ну, скоро будем отмечать его днюшку. Гоша. Сейчас идет плескаться в унитазе. Просить играть Димитра потом как-нибудь.
Помощь с горшком. Фотис, 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 подожди. Пока спать не пойдешь. Помощь с горшком попросит Фотиса, наш Гоша. Ксюша, ты прокачала монстрика? Почему ты спать улеглась? Да, она прокачала. Но ей бы в туалет сходить. Давай, Димитра, выходи оттуда. Ксюша пойдет, сходит в туалет и потом отправится еще раз качать монстрика. Я надеюсь, это не будет глючить. Так, что там наша коровка? О, здравствуйте. Фотис, иди покорми коровку. Что ты хочешь поболтать с Ксенией? Хорошо, поболтаешь. Ну, а потом отправишься спать. Соберем весь урожай. Ой-ой-ой, аккуратно. Так, Ксюшенька, Ксюшенька, Ксюшенька. Ксюша пойдет сюда, а Фотис после того, как соберет урожай, пойдет поболтает с Ксюшей. Иди болтай, давай, давай, давай. У тебя тем более такое желание есть. Ой, что ты там собрал? Коровок ни одной нету, да? Так, давай иди, болтай. Денежки у нас потихонечку собираются. Уже 7000 есть. Гоша, что у тебя с потребностями? Естественная нужда не в порядке. А, помощь с горшком. Попросим Гришу. Помочь с горшком. Так, они фотографируются. Ксюша, ложись спать. Фотис, ложись спать. Димитра, что? Димитра рисует картинку. Почти закончила. А Гриша сейчас будет сажать или садить нашего Гошу на горшок. Ксюша спать ушла. Лидия, что у тебя с потребностями? Почти все хорошо. Давай, Гриша, усадим малыша на горшок. Димитрочка. Все, нарисовала? Давай. Продавай. А тебе не засчитывается, что ли, пожизненной цели? Или мы должны через инвентарь продавать? Давайте еще раз попробуем дать ей команду нарисовать картину. И продадим ее через инвентарь. Так, вы тут горшком занимаетесь, молодцы. Что он хочет? Наблюдать. И да, я установила мод командный центр в целях, чтобы женить симов между собой, потому что по дефолту это невозможно. Через КАС, потому что игра пишет, типа, нельзя изменить уже существующего сима. Как-то так пишет. Поэтому пришлось установить этот командный центр. Вот. И я, значит, что сделала? Я выдала замуж Веру. На паузу нажму пока. Выдала замуж Веру за Максима, который, в котором, ну, они вместе в клубе были, если помните. Переодела вон Илью. А, в принципе, я в этом моде никакие настройки не включала. Я его буду использовать лишь в целях, чтобы женить Симов и заводить им детей. Кстати, можно сейчас вот для Веры такое сделать. Да. Так, ок. Да.
Димитра сейчас дорисует картиночку, и я ее продам. Отправлю ее спать и продам через багаж. Может быть, засчитает нам. А, Гриша, давай потом сходишь в туалет. Так, Гоша, давай быстрее. У твоего папы сейчас могут быть проблемы. Быстрее, быстрее. Ксюша, сколько тебе до школы, кстати? 3 дня. Так. Гоша прокачал навык пользования горшком. Мы его потом отправим покушать. Как я и сказала, эта серия будет бытовая, поэтому не удивляйтесь. Если кому не интересно, просто не смотрите. Все, молодец. Умничка. Ой, фу. Так, что у нашего Гоши по навыкам? О, прикольно. Так, ты понаблюдал за папой, иди покушай. А Гриша тоже пойдет покушает, кстати. Да, пойдет покушает. Только подожди, сейчас твой ребенок возьмет тарелочку, потом ты возьмешь тарелочку. Садик у нас в полном порядочке. Надо будет открывать магазин. Димитра, что? Ты картинку нарисовала? Давайте посмотрим, какая тут картина. Мне не нравится вот эта стенка. Она не... Ты ее дорисовала, я не понимаю. Да, дорисовала. Продадим ее. А, вот через инвентарь продавать засчитывается. Окей. Пусть будет так. Кушай, малыш, давай. Гриша, ты будешь кушать? Эй, куда ты? Боже, тебе не осталось еды. Как так-то? Почему я не могу отправить тарелочку в нанобак? А, Гриша. Гриша, Гриша, Гриша. Открыть холодильник. Нет, он хочет спать, но пусть идет, поспит. Что ты хочешь заключить в объятиях? Хорошо, заключим в объятиях. Хорошо, что не заняться в ухо. Давай, Гоша, доедай. Как-то долго ты кушаешь. Миленький такой мальчик получился. В принципе, его игра неплохо так одела. Я не буду его переодевать. Итак, все симы спят. Надо будить Лидию, чтобы она приготовила кушать все-таки. А, так. Изысканное блюдо. Давайте приготовим. Печенье, овощи. Так. Ну, давайте это приготовим. Что ты хочешь? Заняться в ухо? Ты с ума сошла? Ты беременная. Мы не будем закреплять это желание. Поможем выполнить домашнюю работу, Димитрия. Так, давай, Лидуся. Так, я не посмотрела. Токсикоз. Второй триместр. Да дайте посмотреть. Второй триместр. Через 9 часов. Гоша, что ты орешь? Иди спи. Спать. Все. Гоша сейчас отправится спать. И нам будет тишина в ближайшие несколько часов симских. Лидия готовит. Можно будет пойти вон собрать урожай, мне кажется, потом после того, как она покушает. Нет, нельзя. Так, Лидия будет кушать.
Что у нее с навыками, кстати? Надо ей докачивать вон писательство. Писательство, потом еще какой-то из навыков. О, это жизненная цель. Сложная, конечно. Тебе бы досуг поднять, я не знаю, как это сделать. И общение, господи. Можем, в принципе, через компьютер поднять ей общение. Наверное, так и сделаю. Хотя у нее муж есть. Что там, Гриша, у тебя с потребностями? А, ясно. Так, где это? Писать. Усыновить, купить магазин. Да, мы купим магазин. Сеть. Общение. Поболтать. Поболтать с... О, крутяк. С кем мы можем поболтать? С Машей мы можем поболтать. В принципе, нам бы наладить отношения с нашей бывшей подругой, сожительницей. Это нам не помешает. Так, Лидия, ты докушала? Давай. Чё замерла? Так, что у нас тут? А, коровка выросла. Потом болтать. Собрать весь урожай. А я вот не знаю, может нам денег хватит на то, чтобы купить магазин. Давайте попробуем. А подожди, почему я же тебе дала задание собрать урожай? Что такое собрать? Ясно, понятно. Ладно, давайте. Семья, купить магазин. Иди попробуй купить магазин. Может, там 9000 хватит? Даже не знаю. Давай, Лидуся. В Гугле роешься, что ли? А, то есть нас отправляют на карту города. О, смотрите-ка, можем вот этот участочек купить за 1500 и обставить его. А давайте купим, почему нет? Нас переместили в сам магазин. Мы можем перевести в бюджет, из бюджета семьи в магазин определенную сумму денег. Давайте 5000 переведем. Да, и я уже между сериями. В принципе, можем сейчас пока что тут коровок посадить, если получится. И я уже между сериями построю какую-то коробочку. Кассовый аппарат мы поставим. Я просто не хочу делать это все на запись, потому что это все будет дорого. У нас есть 14 коробок, и я из них посажу... Я из них посажу 5 штук. Где тут были садовые клумбы? По-моему, в эту влезает коровка. Купим 5 клумб. Так, потом построим какое-то зданице и... Поставим кассовый аппарат. И все такое. А мы можем... Вы уверены, что хотите выйти из этого режима, ваше заведение еще не завершено. А, то есть надо все-таки кассовый аппарат поставить, да? Угу. Нам нужна какая-то тумба. Хорошо, или столик.
Давайте найдем тумбу. Да, вот тумбы, тумбы, юмбы. А, давайте такой столик поставим и оп. Кассовый. Опа. Какого он цвета есть? Белый давайте поставим. А, на этот нельзя, надо именно тумбу. Ладно. Какую бы нам выбрать? Давайте вот такую поставим. Кассовый аппарат. Оп. А, я белый хотела. Нет, белый. И не в ту сторону, подожди. Вот. Все, магазин готов. Черты характера. Уютная атмосфера сделаем. А вторую... Так. Даже не знаю. Укромный домашний участок с этой чертой не будет разве что. Так. Что мы можем выбрать? А чё, это все что ли? Так, торговля. Назовем наш магазин Буренка. Ой, не так. Буренка. Да. Все. Ну, а потом я уже дострою это здание, и все будет окей. Так, Ледуся, давай, сажай коровок. Ай. А, посадить. Посадить. Будет, надеюсь, она все всех сажать сразу. Надо будет на каждую корову давать действие. Давай. Так, уши. Уши есть. Сейчас она быстренько посадит коровок. А почему она не посадилась? Посадить. Угу. Давай, сажай коровок. Почему? Что такое? Ягода. Рвачное растение не дает ростки. Прежде чем сажать растение, следует разместить его в более просторном месте. Серьезно, что ли? Ой, иди сажай дальше. Почему те посадились, а эти не хотят? Эй! Она сейчас будет бегать от одной коровы к другой, пока не... Подожди, Ледуся. А так? Странно, эти посадились, эти не хотят. Иди вот эту вот посади. Подождите, давай сделаем... Давайте сделаем следующее. Так, стоп. Я корову потеряла! А вот она, господи. Ее не видно из-за сетки. Давай, лови. Оп. Так. Оп. Давай, Ледуся, посади коровку. Да не есть, а посадить. Надеюсь, все получится. Ну-ка. Почему они не сажаются?
Это нормально? Окей. Что-то не хочет. Давайте переместим эту корову куда-то вот сюда. И попросим Лидию ее посадить. Да не иди сюда, не-не-не. Так, молодец. Она сама пошла. Как-то странно это работает. Эти посадились, а то не хочет сажаться. Давай. Во! И эту давай сажай. Потом мы ее переместим в клумбу. Прекрасно. Сейчас, Лидия, отправишься домой. Переместим. Почему не хочет? Так, вот. То есть вот так вот, да? Ясно. Лидия, уйди. Уйди. Как нам быть? Так, раз, два, три, четыре и пять. Все, теперь все хорошо. 5 коровок есть. Лидия, давай поухаживай за садом и отправимся с тобой домой. И теперь мы можем вот тут управлять магазином. Вот это что? А, наценка 25%. Ну, пусть будет 25. Это что, просмотреть после последний финансовый отчет, управлять работниками. Мы можем нанять работников. Хорошо. О, смотрите-ка. Круто. Максима можем нанять. О, Станислав. Так, что мы еще можем? Форма работников. Продать этот магазин. Нет, пока что мы не будем ничего продавать. И я переключаюсь на кого-то из симов и отправлю Лидию домой. Мы находимся дома. Лидию мы отправляем домой. У Димитры с потребностями все хорошо. Она хочет запереть дверь. Давайте заперем дверь. Запрем. Так. Димитру мы отправим. Простите, рисовать картину большую. Лидуся отправится в туалет. Она что там хотела? Помочь выполнить домашнюю работу? Ну, пока у Димитра нет домашней работы. Гриша, ты что? А что, кстати, у Гриши по работе? Ему нужно играть в видеоигры. Давайте ему это дадим задание. Играть. Фотис. У Фотиса естественное нужда не в порядке. Он хочет начать собрание клуба. Как раз суббота, почему бы нет? Заодно можно было бы устроить свидание с Лукрецией. Давай, используй туалет. Но мы уже в следующей серии устроим собрание клуба. Ксюша играется с домиком. И я предлагаю на этом закончить. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А с вами была Танами. Всем пока.